Сегодня 7 января 2023 года. Православное Рождество. Вот такая зима в Израиле. Сейчас пойдем цветочки посмотрим, появились или нет. Хайфа. Здание Хайфского университета. Вау, офигенно. И давай, Селима. Суббота, народ отдыхает, прогуливается. Каньон Колониот. Это цветы красные, типа красных маков. Называется здесь колониоты. Наши подснежники. Вот так называемый колониот. Рассвет их будет, конечно, в марте, в начале марта, конец февраля. Желтенькие цветочки. Колонит. Единственное число. Колониот это множественное. Ой, какой красивый. Еще какие-то новые цветы. Вот такая наша зима. Сегодня суббота, день отдыха. Выходной, люди приехали на природу полюбоваться. Накрапывает дождичек. Зимой у нас идут дожди. Не часто, но идут. А после дождей появляются грибы. Если повезет, посмотрим, как растут грибы. Маслята. Как дерево загнулось от ветра, я думаю. А вот и ромашки. Ну, где же вы грибы? Хотя бы один. Какое дерево в мхе, покрытое. Вот такие у нас леса. Петриот, значит гриб.
Нет, сливы не будем брать. Типа маслята, масленка. Это есть масленок. Да-да. Ну он. Маховик вообще-то не, и называют. Это как да? Его? Нет. Вот такие у нас грибы растут в январе месяце. Да, это как его? Пошлем на Урал, пусть смотрят, какие у нас грибы. Ну это маслята, вот, да. Да, семейство маслят. Тут еще и рыжики есть иногда. О, рыжики это. Опускается туман. Температура плюс 16. О, какой туман. И дождичек накрапывает. Какое интересное растение. Я нахожусь на высоте плюс 500 метров над уровнем моря. Какой колонит. И у нас бывают дожди. Памятный знак. Здесь во время лесных пожаров погибли курсанты. Такие у нас горные дороги. Наша природа, наша, как я ее называю, израильская Швейцария, хайфская. Вот идет настоящий ливень. Приехал море, смотрите, поснимать. Подождем немножко. Не взял зонтик.
это наш пляж. И наши фонтаны. Дождевая вода сливается. Градусов 17-18. У нас ниже 17, по-моему, и не бывает. Так работает ливнёк. Дольфик распугал всех отдыхающих. Поедем домой. Поедем через тоннель, а не через гору. Оплата происходит автоматически. Есть абонемент. А сейчас можно 80.